Добрый день. Здравствуйте. Скажите, кто? Я начальник участка Василевской линии. Я для себя я снимаю это. А зачем? А я живу здесь, история двора. Ну вот теперь новая теплосеть у вас будет красивая, которую вы закопали. Я видел. Я так снимал все по разделению, как здесь, что там было, ну, потом. Потом это вот долго не будет еще, да, поэтому я вот так... 40 лет как минимум тут делаю. Да, поэтому я снимаю не для каких-то смешных... Ну да, уже, блин... А что, достали себе? Не то слово. А с чем снимать? Ну, всякие вот никому не нравятся, все же хотят жить в тепле, а не понимают, что, какими это кровью, потом и нервами все это достается. Не, мне объяснили сразу, для чего делается, я понял. Совершенно претензий никаких нет. Наоборот, хорошо, что делаете. Я думал, вообще где-то до осени это будет. Видите, как бы быстро управили.